Всем привет! Сегодня покажу, как делается самый простой в мире крем и самый популярный в нынешнее время. Это крем-сыр. Делается он всего из трех продуктов, подойдет и для выравнивания тортика, и для бордюров, и для прослоек. Для начала нам нужно взбить сливки с сахарной пудрой. Сливки используем от 33% жирности, у меня это 40%. Взбиваем где-то в течение 3-5 минут, в зависимости от того, какой жирности у вас сливки и как быстро они взобьются, до мягких пиков. Потом нам нужно будет добавить сюда сливочный сыр. Кто-то использует с более соленой ноткой, кто-то использует просто классический, собственно, как и я, более мягкий такой вот сырок. Добавляем сюда сыр. В принципе, сюда подойдет и 100, и 200 грамм, в зависимости от того, насколько хотите насыщенный вкус сырный получить и насколько вам более плотная нужна консистенция крема. Взбиваем еще на протяжении нескольких минут до полного объединения компонентов и получаем вот такой вот гладкий и красивый крем. Если он у вас еще не такой устойчивый, оставьте его в холодильнике на полчасика остыть, и дальше уже с ним можно работать. У меня он изначально очень стабильный и прекрасно себя ведет, с ним можно выравнивать тортик. Прекрасные бордюры с него получаются, очень рельефные. Вы сейчас это видите у себя на экране. В общем, рекомендую этот крем, он очень прост в использовании. Дерзайте и жду обязательно ваши плюсики в комментариях. С вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.